Он тут играет, интересно. У него почти такой же рейтинг, как у меня. Гринфилд? Нет, старушка. Николай хотя бы медленно катает. Давайте, Ваян Гипсиса. Против Николая. Хорошо. А сюда, да? Блин. Немножко не так, как я хотел, конечно, все это. Вот здесь может попробовать. Взял G5, сюда F4. Да, давай так. Сюда. И F4 следующим ходом. F4. Я здесь побил конем. Побил слоном. Он хочет выйти. Мне кажется, надо вот это поле у него отнять просто. По-хорошему. Вряд ли у него прям король будет хорошо там себя чувствовать. Вот я Е1 там готовим к связке. Так, он готов, да? Может побить здесь, побить на Е8. Так, стоп, ладно. Не вышло. Немножко не так, как я хотел. Удалось ему коня на G6 поставить. Наверное, надо когда-то коня сюда пытаться. На B2 там пешка пофигу уже. Сюда. Так, и чего? И все равно сюда закидываем. Поменяем, наверное, открытую линию. Возьмем. Ай, пешка же еще одна. Блин. Черт, Николай. Тут я зевнул. Сейчас хуже будет. Это я зевнул пешку. Я думаю, что он должен назад отступать. Ну ладно, сейчас ладья c1 грозит или не грозит? Ничего не грозит, да? Хорошо, вот пока, наверное, не стоит последнюю отдавать. Последнюю, наверное, не стоит. Может, слон d4 надо было сыграть? Потом взял здесь. Конь сюда, отсюда. Что ли? Так, что ли, пойти? Так, шах, я могу ферзем закрыться, да? Ферзем надо закрыться. Все равно пешка падает. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Сюда, что ли? Блин, позиция неприятная. Сзади пока держим. Королем подойдем. Надо таскать пешки. Так. Ладно, пока вперед. Не знаю зачем. Шах мне хочет дать. Сюда шли напасть. Шах, ладно, отошел.
сюда шах, сюда и шах, наверное, сюда стиль мата, так напал. Так, очки, сюда. И мат, друзья! Вот она сила КМС, матешкой в итоге! Фух! Я же там не висел, там связка была, шухрат.